Система закрытых коррекционных интернатов – это советское изобретение. С небольшими коррективами в Калычево все устроено совершенно так же, как и 40 лет назад. Это мне не раз подтверждали педагоги. Система интернатов пережила все исторические катаклизмы, как будто ее обошел ледник, и сохранила неизменными черты тюрьмы и казармы. Смена. Чичин. Здесь. У вас направо. Пять шагов на площадку, шагом марш. И я ищу ответ на свои вопросы. Как дети с обычным уровнем развития оказываются в интернате для умственно отсталых? И почему взрослые, которые с ними работают, этого не замечают? Оказалось, что еще 20 лет назад ученые из лаборатории медицинской психологии НИИ психиатрии изучали выпускников таких школ-интернатов. Две трети оказались совершенно нормальными.